2, 1, вот, посмотрите, что это за ядерный взрыв? Как такое возможно? Как он гранаты кидает на базу противников? Что? Буквально с первой секунды он... Здорово всем, ребята! Кента ПК на проводе, и прямо сегодня будет очередная серия Читер-патруля! Ну а сейчас я вас, ребята, буду байтить на лайки. Ну пожалуйста, по-братски, помогите мне. Вот поставьте лайки. Вот сколько лайков вы наберете, вот такой нож у вас будет. Поэтому давайте наберем 7000 лайков и больше. Я знаю, что вы можете даже 10000 набрать. Поэтому, пацаны, с каждого по лайку, с каждого по подписке и с каждого по комментарию. Хочешь, дорогой инвентарь, с топами арканами? Заходи на mystandoff.ru и открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальные выплаты и множество кейсов. Промокод Кент умножает сумму пополнения на 25%. mystandoff.ru. Заходи и выигрывай, это мой выбор. Ну и конечно же, ваша любимая рубрика комментарии от подписчиков. Ребята, первый комментарий, который был в топе, это... Кент, гой его с указательного пальца. Окей, братик. Кента ПК. 3.13, когда задали гору домашки. Так, ребята, я вам задаю на каникулы 100 упражнений по математике. Вам их все надо сделать. Сколько? Чего? Ребята, куда скидывать деньги на лечение? Я чуть ничего не понял. Почему ты банишь читеров, если ты тоже иногда включал читы? Чего? Какие? Нафиг? Читы? Кент, у тебя лицо, как у моей училки. Ну давайте посмотрим, какое там лицо у училки. Если бы у моей училки было бы такое лицо, я бы, наверное, не ходил бы в школу. И вообще не уходил бы с дома. Вы знаете, кто он? Вы хоть знаете, кто он такой? Он... членоносец. Твое лицо, когда ты поругался с мамой, и она тебя позвала кушать. Ну реально, жиза. Кент, забань этого читера, подписчики, ставим лайки. А читер-то где? Читер-то где? Кент, забань этого читера, подписчики, ставим лайки. Не, лайки ставить надо, но ты и читера забыл скинуть. Самое главное. Мы выиграли катку и мне дали бан. За что? За что? Не, ну ребята. Нефиг выигрывать. Так, пацаны, важная инфа. У моего братика, у Дениски 228 папиросим, день рождения, поэтому надо его поздравить в комментариях. Привет, Кент, у меня день рождения. Поэтому, пацаны, что поздравили Дениса в комментариях, я проверю. И, ребята, чемпион в номинации «Самый умный подписчик» — это Кирилл. Кент, у меня проблемы, меня кинули на нож, помоги пожи, наказать его. Я спрашиваю, а как кинули? Он сказал то, что отдаст мне керамбит голд за нож. У него платина, я поверил. Чувак, ну как так? Как? 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 Как ты написал свой пароль и логин под предлогом того, что ты ему даешь нож за 3000 голды, а он тебе дает за 30000 голды? Ну как можно было в это поверить? Поехали! Да-да-да, это то самое странное существо под названием читер-нуб. Ребята, посмотрите на вот это. Ну, как обычно, прострелом убил. Вот, негодяй, убил Ивангая, ну ничего. Сейчас мы из-за Ивангая двор стреляем в упор. Ребята, сейчас вы все поймете, почему это читер-нуб. Посмотрите на него. Так, смотрит в кирпичи. Не знаю, меряет швы, наверное. Так, и сейчас, ребята, будет самый-самый трэш. Стреляет! Стреляет по кому-то, попал, ранил, перезаряжается, достает пистолет, стреляет в небо. Слушайте, как странно, смотрите, он стреляет в небо и попадает в чувака, который стоит на земле. Смотрите, опять, а как такое возможно? Да ну нафиг, я в шоке, я просто в шоке. И потом, конечно же, нашего читера-нуба убивают. Ох уж эти нубы. Так, ребята, а вот его ID. 401-407-04. Парадокс. Пока.
Ну а вот сейчас вы, ребята, увидите очень странный тип читера под названием читер-говнюк. Ну посмотрите, как это можно назвать другими словами, как говнюк? Ну нельзя никак. Игра начинается через 3 секунды. Ребят, смотрите, 3 секунды и начинается игра. 3, 2, 1. Буквально с первой секунды он замочил всю команду. Ну как можно быть таким негодяем? Ребятки, конечно же, мы берем его ID. У него ID 595-253-50, это новый ID. И, конечно же, мы этого парня отправим на банановые острова, чтобы меньше читерил. Прямо сейчас вы, ребят, увидите читера со спидхаком. Давненько их не было, вот он бежит. Мой подписчик уже все смонтировал за меня. Ник у него GUT. 2 хедшота. Давай, третий будет или нет? 3 хедшота, 3 хедшота. Вот негодяй. Вот говнюк. Ребят, я точно так же бегу в туалет, когда сильно припекло. Но в Stand of 2 такое делать нельзя. Поэтому, конечно же, дружище. Хотя нет, я не дружище. Конечно же, ты получишь путевочку на банановые острова. 499-32687. Пока. Ну а прямо сейчас вы, ребята, увидите очень жесткого читера. Сейчас мы этого жесткого читера опустим на землю. Вот он, посмотрите, он стреляет с АВМ. Как будто это не АВМ, а какой-то дробовик. Ну я не знаю, но таких людей надо банить, притом надо банить навсегда. 100% мы забаним. Давайте перемотаем немножко вперед. Так, вот мой подписчик бежит, оббегает через лонг. И как вы думаете, кто же его бьет? Конечно же, посмотрите, уже летят пули. Ну вот как это? И скажите мне то, что это не щиты, просто попробуйте. ID 535-141-94. Ребята, 100% читер. Ну а наша передача в мире животных продолжается. Смотрим дальше. Начинается новый раунд. Все как обычно. Мой подписчик себе купил пистолет. И уже прошло 2 секунды. И у него, к сожалению, уже минус 76 хп. 2 секунды прошло. Ну, ребята, ну как можно быть таким бессовестным? Ну, негодяй. Мой подписчик кидает ему слепую гранату, но даже она не помогает. Он с ФАМАСа. У него, кстати, ID старый. Это старый аккаунт, прокачанный, скорее всего. И он его потеряет. Зачем? Вот зачем вы качаете щиты? ID 230-911-04. Пока. Все, ты получишь бан и потеряешь свой старый аккаунт. Кстати, очень давно не было читеров с невидимкой. Посмотрите на вот это. Вот мой подписчик бежит, прыгается к аэроспортам. Его убивают. Вот читер. Смотрите, он не в стенке, потому что там стенка очень тоненькая. Он не в стенке. Он просто с невидимкой. Обалдеть, убивает с ТВМ. ID 436-95160. Тут, ребята, сходу бан. Это полная жопа. Я такого никогда в жизни не видел. Это нереально жесткий читер. По поводу данного читера, я даже написал разработчику, я лично написал. Он сказал то, что это читы. Просто, ребята, посмотрите на вот это. Ну, у меня нет слов, реально, нету слов. Смотрите на вот это. Как это можно назвать? Вот так. Сейчас все будет. Смотри, 3, 2, 1. Вот, посмотрите, что это за ядерный взрыв? Как такое возможно? Как он гранаты кидает на базу противников? Что это, мать его, за ногу? Что это? Остановите мир, я сойду. У меня нету слов. Вот этого говнюка с ID 597-33-520 мы забаним. Поэтому жди. Ты получишь бан. Ну и напоследок, самый смешной читер-нуб. Вы посмотрите на это. Так, чувак купил себе М40, да? Целится, сейчас будет стрелять. Промахнулся, не фортануло. А ну-ка, попытка номер 2. Опять промахнулся. Попал, ну наконец-то попал. Так, попал. Что же будет дальше, как вы думаете? А дальше его убьют? Ох, блин, ох уж эти читеры-нубы. А ID у него будет таким. 582-08-141. Ты улетаешь в бан. Ну что же, в принципе, на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите самый крутой креативный комментарий. Ну и, конечно же, не забывайте отправлять мне читеров в ВК. Будем их тупо злохтя! Ну что же, с вами был Кент Аптека, всем удачи и всем пока!